А ты знаешь, где ты оказалась? Мы устроили девчонкам сюрприз, они не знали, куда мы их везем, привезли их на полянку. И они не знают, что за сюрприз, да? Но я вам рассказываю, мы на маленьком мини-пикнике. Круто! Будет у нас челлендж маленький, а после него будут призы. Вы готовы? Да! Да? Давайте посмотрим, что у нас там есть. А ну смотрим. Так, Даша, Дашенька, подождите, эти носики, да, рассказываю вам правила игры. Первый этап. Вы одеваете носики. И с этими носиками у каждого есть задание. Вы должны по очереди скушать яблочко, изюмчик, орешки, медвежуйки, там конфетки, виноградик. В общем, кто первый это съест, получит подарок. Девчонки, готовы? Да. К челленджу нашему супер-пупер готовы? Да. Ага. На старт. Все правила усвоили? Все знают, что делать? Что? Кушать все нужно обязательно, иначе не доберешься до призов. Окей? На старт. Внимание. Марш! Так, яблочки пошли. Жуем, жуем. Жуем, чтобы в ротике ничего не осталось. Да-да-да. Носы у вас, конечно, классные. Шкурка. Ничего, жуем со шкуркой, шкурка полезная. Приз хочется получить? Интересно? Да. А ну давай, давай, жуй. Жуем. Жуйте, жуйте. Даш, я смотрю. Еще не важно, что кушать? Не важно, выбирайте, что хотите. Самое главное, чтобы вы... Не-не, Даш, там Никина. Дашуль, там Никина. Твои тарелочки с этой стороны, видишь? Вот. Вот твои тарелочки. Что будешь следующее кушать, Даш? Быстрее выбирай. Быстрее, Ника уже жует. Даша M&M's. А, конечно, никто не сомневался, что Даша M&M's. А я уже изюм съела. У меня еще одна виноградинка. Ну что, как обстоят дела? Нормально. Жуйте, жуйте, давайте, жуйте. Что-то вы медленные какие-то. Все! Ура! У нас победила дружба! Ну что, интересно, что в тех пакетиках? Ого! У меня самолетик какой-то. Ого! Ого! У меня киндер яичко. Самолетик, киндер яички. Да? И у Дашки вот такой. А ну покажи. Давай начнем с игрушек. Вот такие у нас самолетики. Да? Давайте будем их открывать. Девчонки, открыли самолетики? Показывайте. Да, да, вот такой. Ого. У меня. А у меня вот такой. Это маленькие модельки самолетика. Ага. Вы не думаете, почему именно самолетики попались вам в призах? Девчонки, папа предлагает нам сегодня полетать на настоящем самолете. На настоящем? На прогулочном настоящем. Сегодня? Сегодня. Ух ты, летим? Так и не знает, как справиться, как справиться с эмоциями. Даш, ты поняла? Мы будем летать на самолете. Да не завтра. Сегодня. Собираем наш... А Даша, ну давайте, пусть Даша открывает уже киндри. Смотрите, какие у нас классные самолетики. И в киндер-яички. Дашуль, что попалось в киндер-яички? Самокат. Вот такой самокат, да? Такой. Ну все, погнали кататься на самолете. Бегом! Вот такие тут маленькие классные самолетики. Сейчас на одном из них мы будем летать. Дашуль, готова к полету? Да. Да? Не терпится? Нет. Все, ждем. Нам сейчас должны подать наш самолет, провести с нами инструктаж, и мы летим. У-ху! Очень мало разгона, видишь, надо он тут. Ух ты, класс! Ну что, бежишь на посадку? Будешь кататься на самолете, бегом. Стой, стой, стой. Вниз пока не надо. Вниз пока не надо, девочки, рано. Посадка. Даша, посадка. Даша уже посадка. Это наш самолетик? Вот он, наш самолетик, на котором он летал. Вот такой он классный, красный. У вас пристегнули ремни? Слева, справа. Да, наушники сейчас будут. Сейчас, да. О чем я говорю? Смотрю. Педали, ноги педали. Поставьте. Педали. Это как страшно. Второе. Девчонки, ой, алло, алло, прием. Мама... Пилот, взлетаем? Пилот, алло. А у тебя? Сейчас одеваю. Хорошо, так. Делается. На
значит. То есть вы думаете, что мы захотим угнать американский самолет? Конечно. И штуки? Смотрите, как в машине. От винта. Ой, ой-ой-ой. Это искусство, это кондиционер. Оно закрылось? Дверь закрылась? Нет. Пока... Девочки, я вас слышу. О, все. Не кричим. Придем. Не кричим. Придем. Не кричим. Так. Мы на канале My Day. Привет, мы на канале My Day. Отлично, все, ты готов? Малышка, ты слышишь, да, все? Да, все. Отлично. Все, отлично. Все, хорошо. Можно снимать наушники. Круто провели сегодня день. Полетали, налетали. Да? Интересно все было. Скажем всем пока. Да.